Основной вопрос заседания Барнаульской городской думы – рассмотрение в первом чтении бюджета краевой столицы на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Как прогнозируют эксперты, налоговая и неналоговая части будут лишь расти, примерно на 8%. В первую очередь из-за больших сборов по НДФЛ. Соответственно, будут увеличиваться зарплаты. Предварительно бюджет на 2025 составит почти 26 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше по сравнению с первым чтением бюджета 2024 года. Структура расходов бюджета сохраняется, бюджет социальный. Так, расходы на образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта составят 60% от общего объема расходов бюджета города. Другой важный вопрос коснулся избрания главы Барнаула. Полномочия Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Конкурс по избранию главы пройдет 30 января, а пока депутаты приступили к первому этапу процедуры. Сегодня мы запускаем процедуру, назначаем время проведения первого заседания комиссии, назначаем 5 человек от города Барнаула, остальные 5 человек будут назначены от края. Потом собираемся 30 января и начинаем работу по отбору документов, кандидат, рассмотрение их. Приняли в стенах Гордумы и закон о туристическом налоге, который хотят ввести в Барнауле. Выплачивать его должны будут владельцы отелей и гостевых домов, а также других мест временного проживания гостей краевой столицы. Таких в Барнауле 82. За 2023 год их посетило свыше 200 тысяч человек. Тариф в 2025 составит 1% от стоимости оказываемой услуги, не менее 100 рублей в сутки. Предположительно, такая мера добавит 46 миллионов рублей в бюджет города. Однако пока по этому налогу выводы делать рано. Депутаты Гордумы намерены создать рабочую группу, чтобы вместе с ательерами обсудить как минимум возможные льготы для разного рода туристов. Мы уже изучаем опыт других регионов, где-то введены льготные категории. Мы здесь в тесной связи с ательерами нашего города, договорились с ними, что они тоже войдут в нашу рабочую группу. И мы посмотрим за первый квартал 2025 года, а это ежеквартальный отчет будет, каким образом будет складываться ситуация. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.